Олигархия – это космополиты, и для них не важны. Это своя национальность. Нет, для них нет ни стран, ни народов, а для них есть территории и население, значит, которое можно переселять, выгонять, шпынять, поэтому они берут мигрантов, чтобы народ здесь был беззащитным и не имел никаких прав на свою страну. Все, им страна не нужна, олигархам. Поэтому они ее всячески грабят и уничтожают. Уничтожают и народ, и экологию, и землю. А где же они все будут? Они себе уже приготовили места, за них беспокоиться не надо. Но если мы придем к власти, мы очень быстро найдем им место жительства. С лопатой вон то, которая там. Все, что сделать, то восстанавливать. Здесь проходит пикет национально-патриотических организаций по инициативе партии «Великая Россия» против деятельности. Против деятельности компании «Мечел» и ее дочерних предприятий, которые осуществляют варварскую добычу угля в Кузбассе на территориях, которые являются традиционными для проживания коренного малочисленного народа шорцев. Ну, конечно, не только их. Разорив землю шорцев, угольная компания «Мечел» фактически лишила их вот этого традиционного места проживания, но также это отражается и на жизни других коренных народов. Мы видим вот эту деятельность олигархических группировок, которым ничего не жалко в нашей стране, на примере компании «Мечел». Она абсолютно неэффективна, у нее колоссальные долги, у нее убытки по прошлому году там около 2,5 миллиардов долларов. Она вся в долгах, как в шелках. И поэтому стремится к минимизации затрат и к тому, чтобы как можно больше выкачать из наших недр. В данном случае это вот угольная компания, производство крайне грязное, открытый способ добычи. На этом месте уже ничего не будет, никто там не будет жить, и никто не восстановит вот эту землю, которую они превращают в пустыню. И таким же образом действуют и другие компании. Эту компанию формально возглавляет некий господин Зюзин, но мы не знаем, действительно ли он возглавляет или ставит подписи в тех местах, где ему показывают, где ему указывают подписать, там он подписывает. В общем-то, компания уже находится под контролем банков-кредиторов, и я думаю, что именно они склоняют компанию, которая должна вести себя аккуратно, к тому, чтобы переступать через закон, подкупать местную полицию, которая не допускает представителей коренного народа шорцев до разоренных, собственно, компаний, вот дочерними компаниями «Мечел», их родовых гнезд, до их родового кладбища, подкупает полицию, подкупает местную власть. И это оказывается дешевле, чем действительно наладить цивилизованное производство и предоставить, если уж так нужно переселить шорцев в какую-то другую территорию, предоставить им возможность нормального переезда и нормальной жизни. Мы, как национально-патриотическая партия «Великая Россия», выступаем прежде всего, конечно, в защиту русского народа от геноцида, но мы готовы взять на себя ответственность за то, чтобы противодействовать геноциду всех коренных народов России. В данном случае на маленьком примере мы показываем и пытаемся рассказать общественности, что творят олигархи в нашей стране. Они готовы счистить просто весь народ, который здесь невыгодно ему содержать, как мусор, выбросить его на свалку, а все остальное просто разграбить и распродать. Это же самое простое, самый простой вид производства. Вытащить что-то из земли и продать за рубеж. А у нас есть хороший метод прекратить это безобразие в Кузбассе, потому что рядом вот здесь есть Донецкий уголь. Как раз нам нужно помочь Донецкой республике. Сколько там нужно? Миллиард, 2 миллиарда долларов. Давайте мы купим у Донецкой республики этот уголь. А те разрезы, которые готовятся под добычу или уже используются в Кузбассе на территории шорцев, просто закроем.
закроем, пусть это будет резерв для будущих поколений и для более цивилизованной экономики, чем та, которую сегодня насаждает вот эта олигархическая группировка, которой действительно ничего не жалко на нашей земле. Им не жалко ни русской земли, ни Сибири, ни Дальнего Востока, ни Украины. Ничего им не жалко. Поэтому нам тоже их не должно быть жалко. Если они не умеют хозяйствовать так, чтобы народу от этого было выгодно и народ не страдал, тогда они должны добывать уголь лопатой. Вот так, как сказано на нашем плакате. Этим людям, господину Зюзину и всей группировке, которая имитирует экономическую деятельность, им лучше добывать уголь лопатой. И нам будет выгоднее, и природе безопаснее. А вот крупную добычу, наверное, надо поручить более ответственным людям, которые не будут плясать под дудку кремлевской олигархии и банковской системе.